Всем привет, ребят, с вами Геймпрофи, и сегодня я буду устанавливать Windows 8.1. Как вы видите, в загрузках у меня уже есть оно, почти загружено. Все загружено. Сейчас создам флешку и начну установку. Кстати, как раз покажу, как создать флешку загрузочную. Пичинск. Ссылка для вас будет в описании. Программа называется WinSetup from USB. Вот, у меня уже есть WinSetup from USB. Вот. Как вы видите, у меня тут уже появилось вот это вот. Ладно. Заходим на сайт. Любой. Ну, я выбираю софт-портал. Вот он. Нажимаем скачать. С серверов софт-портал. И ждем. 4.3.2.1.0. Вас-то немного плохо видно. Предлагаем установить Яндекс Браузер. Вот и пошел установочник. Вот он внизу. Просто моя десятка мне уже надоела. Внимание, переносим информацию на другие диски. ДБЕ на все остальные. Для чего придумали флешки? Я буду устанавливать на одну флешку. Все другие флешки я извлекаю. Вот семерку извлек. Далее носитель Windows 10. И Windows XP, который у меня нагрелся просто. И вот что с флешкой стало. Но она работает. И извлекаем, короче, вот этот носитель. У вас его не будет наверняка. Вот остался наш носитель WinSetup. Это мы. Длиты. Удаляем этот мусор. Я пока сохраню все свои личные данные. Так, ребята, я их сохранил. И запускаем вот этот вот файл. Он откроется в 7-Zip. Вот. Сейчас у меня загрузится, лагает все. И вот поэтому. Еще на мой геймпад, вот на этот, нету драйверов на Windows 10. Вот, Xert, но мы выбираем папку, то есть D-диск. То есть не наш диск. Вот на этот. Окей. И вот идет распаковочка. И мы идем по этому самому пути. Сюда еще мой телефон подключен. Вон он. Ладно. Нам нужен только он. И кнопочка. Которую я сам делал. Ну ладно. Переходим по нашему диску F. У нас вот папочка WinSetup from USB. Если у вас 32-разрядная система, то выбираем просто. Вот покажу, как это проверить. Открываем наш мой компьютер. Открываем мой компьютер. И выбираем свойства. Короче, разворачиваем его на весь экран, в моем случае. И нажимаем свойства. И вот выбирается Windows 10 Pro моя.
И у вас тут будет написано, вот, 64-разрядная операционная система. А если у вас 32-разрядная, там так и будет написано. Если у вас 64, как у меня, нажимаем вот сюда. Вот. Выбирается вот эта флешка USB диск 2.0. И вот она, весь таб. Вот, и мы выбираем Windows Vista 7, 8, 10. Бывают ошибки. Вот, Win Setup. А нам нужен путь ISO. Вот он, выбрали его. Вот сейчас покажет нам его. Вот. И путь к нашему файлу. Форматните ее обязательно. Ну или удалите все файлы. Нажимаем Home. И ждем. Я пока буду смотреть видосики Андрея Нефедова. Ждем. Первый процентик. Смотрите, я держу это окно. Вот что меня радует, и все. А этот еще устанавливает. За окном уже вон. Чернота, темнота, все воняет, фу, ненавижу. А тем временем на флешку записывается система. Ладно. Сделаем нормально, настроим винду, сделаем звук. Слушаю хотя бы что-то. Пока вот это, пока тут тикают процентики. Грёбаные процентики, тикайте быстрее. Ребят, ну если честно, на часах уже 22.03. Я не представляю, когда оно установится. Я хрен его знает. Ждем, пока потикают процентики. Процесс селекта. Вот прям какой ракурс я выбрал. Все видно, прям все видно. Вообще... Четко работает. Смотрите, что я раздобыл. Во, дыхание смерти. Еще древние от булки. Вот такая вот. Сейчас незаполненный. Рабочий. Охренеть. Дыхание смерти. 2000 год. Во. Видно? 2000 год буква. Обвожу вот для вас. Вот. Кину его потом. Разберусь. Вот все. Прям чётенько так стоит. Чётенько, чётенько. Ладно, я пока буду смотреть видео Нефёда и как раз установлю нормальный KineMaster на этот телефон. Это другой телефон, который моих родителей. У меня мой. Вон он. Ладно. Ждем, ждем, ждем. Господи, как ты стоял? Все. В принципе, вам кнопка пуск это так не надо, ну ладно. Ура! Наконец-то! Наконец-то! Сейчас появится Job Done. Сейчас.
Все готово. Сейчас почти все докатилось. Наконец-таки. Вин 8-1. Ждем. Поставил мышку здесь. То есть оно по новой пошлось сделать. Я очень сильно устал. Я замахался. Поддержите лайком. 22:17 на часах. Я устал. Это еще только записываем флешку. Еще надо винду эту устанавливать. Ладно. Бесит. Все. Я доволен собой. Вот, ребята, Job Done. Просто нажимаем ОК. Закрываем. И вырубаем компьютер. Наконец-то. Да не сюда я, дебил. Так. И вырубаем компьютер. Вырубится, его вырубим. Просто так у меня BIOS не загрузится. Я уже на нужной нам клавиши F12. Что он вырубился и не вырубился? Да, здравствуйте, тут моя камера. Что-то не хочет вырубаться. Стартуем его и удерживаем клавишу F12. Вот. У нас получается вот эта вот надпись. Entrant Multiboot Selection Menu. И нам нужна USB DIC 2.0. Second part. NT6. Bootin NT6. Vistas. Что-то мудрено. И хз, что тут? Сейчас загрузится, посмотрим. Во, ребзя. Что-то это не похоже на этот. Просто хочу сделать. Во. Установка Shindex V7. Далее. Установка. Ну, в принципе, Shindows 8 пошла устанавливаться. Вон, начало установки. Начало установки ровное, а значок загрузки ненормальный. Видите, он не... Окей, секунду. Сейчас воспользуемся советами Mail.ru и моим смартфоном. Во. Во. Уродливая рожа. Ну, я сейчас введу ключ из интернета, а потом я куплю ключ ей. Потому что как я ее установлю дальше и покажу вам. Я ж не буду при вас покупать ее прям. Ладно. Ладно, вписывайте. H. Ericsson. X. Ericsson. 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 Я потерял R. Ericsson. Ладно, я его введу за кадром. Вот, вот, для активации, видите, ключ продукта, можете его списывать. Сейчас я его сохраню себе. Что? Мне на ключ продукта не соответствует. Я думаю, собраться в Windows для установки, видите. Окей, и что типа...
Блять. Сука. Ладно. Ребят, сейчас заново попробуем этот момент истины. Этот ключ будет в описании к ролику. Вот да! Windows 8.1 для одного языка. Для продукта одного языка. Выборочная установка. И мы выбираем вот этот вот 108 гигабайт. Сначала сносим вот этот вот, удалить. И выбираем, чтобы это был именно не мой диск D, который у меня на 1000 с хрен. Типа незанятое пространство. А это что? Да, остался вот этот. Да, он у меня тоже чистый, я просто выбираю, чтобы было. И мы выбираем создать его. Да, все, применяем. И мы получаем Винкс, только вместе мы сильны, чудеса творить вольны. В привычку, Винкс, обосрись, улыбнись, с трехэтажки наебись. Короче, далее. Вот, диск 0, раздел 4. На него я устанавливаю, то есть диск C. Самый нудный, самый долгий, самый ссаный процесс. Я сейчас буду валяться в кровати. На часах уже 22:32. Долго. Самый долгий... О, уже галочка. Самый долгий, короче, процесс. Fucking Windows 8.1. Тем временем Семён занимается. Ссылка на это видео тоже будет в описании. Я не буду устанавливать YouTube детям. Просто потом ссылку копирую. Ладно, ребят. Приостанавливаемся на техническую паузу. Потому что ждать, пока тикают процентики, это невозможно. Ну вот вы вглядитесь в этого человека. Но он же радуется жизни. Он же жизни радуется. Чего бы его не слушать? Ладно, ожидаем. Грёбаный Windows. Бесть меня. Задолбал. Всё! Кстати, на этом моменте я могу извлечь мой флеш-диск. На него устанавливалась винда. И вот идет спин... Короче, всякая хуйня. Не понимаю, что тут. И идет установочка Windows. Ладно, ждем. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. С вами я, познаватель. И мой желейный медведь наушники. Сегодня мы будем жрать желе и жрать конфеты. Ждем. В принципе, мышка, она вот, единственная мыша. Сейчас ой, идет подготовка устройств. Стоп, она... Я наушники не врубил. Может, на них дрова какие-нибудь надо. Десятка-то их сама устанавливает. Суется что-то. На хаб устанавливаются все дрова. Выполняется подготовочку. Идет подготовка, и мы ее ждем. Очень ненавидим.
Диджей Питбул. Ждем. Ну что-то крутится, ну вертится же. Ну крутится же. Ну мы же видим, ты работаешь. Я проще сюда винду установлю, чем этот компьютер. Хрёбаный старый компьютер. Жопа там идет. Черная. Ну ладно, я пока подожду. Во, перезагрузкается. Он вылезла перезагрузка, и он что-то сделал. Но мышка появилась, и он вырубился. Чего вырубился? Я хз. Грузись. Сейчас загрузится. Сканин репейрин. Сейчас он диск проверял. Прям только что. Голосование. О, господи, задолбався. Как можно было изуродовать так флешку? И мочинец. Такая пестренькая. Первый раз восьмерку устанавливаю. И вообще первый раз подключаемся. Это уже я заблюрю. Вообще останавливаю запись. Вы так мой Wi-Fi уже выследили. Ну ладно. Во. Ввожу ключ. Все. Надеюсь, вы не увидели на миллисекунду. Настроить. Нет в общественных местах. Нет, слежу. В принципе, да дали мне вообще... Ой, ай, пофиг. А назад. И настраивать центр обновления Windows. Мне он нафиг не надо. Бесит. Решение проблем в интернете. В принципе, далее. Справка в Microsoft. Модификат. Разрешить Windows. Пофиг. Далее, надеюсь, он не попросит пароль. Теперь на. Комп завис. Господи, что делать? Скипнул. Теперь нужно настроить вашу учетную запись. Ждем голосование. Так, ребят, думаю, вот и вот. Далее. Сейчас мне номер на телефон должны прислать замазанный. Потому что я не хочу вам показывать свой личный номер телефона. Юрий какой-то мне что-то присылает. Ну ладно. 5.
5 минут назад. Ну, Аврелий задолбался. Короче, сейчас все будет. Ребят, я не знаю, вот сейчас OneDrive пошел. Настройка ваша. Что-то на номере он там провисел. Мне никакое сообщение не пришло от моего Microsoft аккаунта. Типа завершение настройки параметров. Первый раз. Привет. Привет. Я первый раз пользуюсь вообще Windows 8.1. Ну, вчера я устанавливала ее и все. Ну, посмотрел там где на Android в маленьком окошечке. Можете устанавливать новые программы из магазина. Правда, он сейчас не работает, там половина не работает. Сейчас я вам вставлю. Вот, сейчас смотрите. Вот это вот все. Все, в принципе, вставил. Вот, далее идет вот это. Вы можете установить бла-бла-бла-бла-бла из магазина. Тьфу, тебя, блин. Еще превью на этом компе сюда рисовать. Хотя еще я покажу, как установить драйвер пак, как вы это видели внизу. Я обезьяна. Я обезьяна. Я задолбался. Вы можете установить новые программы из магазина. И он такой, синий, это еще осталось пара задач. Я знаю, что... Во, оранжевый. It's cool and it's nice and it's anime. Вот ссылка еще будет на видео песню вот эту вот из Windows 8 из рекламы. Короче, куча ссылок. Ой. Присоединяйтесь к сообществу, у меня Xbox пишет. Подключайте, общайтесь с друзьями на ПК и мобильных устройствах. А нахрена мне Xbox? А, он типа его открыл, самостоятельно. Я ж в Ютубе был. Понятно. Короче, у меня Xbox. Xbox. Открылся. Я не понимаю, как вам писать вот это вот. Все, в принципе. Осталось еще пара задач. Выполняется установка программ. Ну, там мне еще их откреплять надо. Осталось еще пара задач, которая уже долго висит. Я заколебался. Не отключайте свой компьютер. Хорошо, умирай. Ребят, я не понимаю. Сейчас. Я постараюсь, чтобы вы не видели номера. Умирай. Я не знаю, что это. Чего тебе надо, бна? Что я тебе плохого сделал? Я устанавливаю Windows 8 на камеру. Ты попадешь в мое новое видео. Радуйся. Все. Забросали его сообщениями Дуду с атакой. Все. Пришла, как всегда, голосовуху, а я ее буду на видео читать. Ладно. Давай, подготовочка. Подготавливайся. Я подожду. Короче, ребят, завтра будет видео у этого чувака. То, что то есть он нам рассказывать будет, что я ему давать интервью буду. Поэтому завтра к нему на канал можете зайти. Сам трясется. Ну, ладно. Ну, он задолбался. О, начинаем. Винда установлена. А что у нее Windows 10, типа? Персонализация. Типа, синхронизированная тема. Им 0. Типа, можно какую-нибудь... В принципе, еще можно тут решение поставить.
Сейчас дровопак поколдую с ним. А как я поколдую? Охренеть. Ребят, я так первый раз вообще. В этой винде. И она такая классная. То есть прям так. Стоп, ребята, а я сейчас разберусь, типа, она такая прикольная. Вот, посмотрите. Типа, Windows 8 обычная, ладно. Кстати, мне еще надо проверить активацию. Сейчас, свойства. Вот, Windows 8, все права защищены. Во, ребят, поэтому... Короче, я сейчас драйвера найду и все. Так, сейчас будем устанавливать Chrome 2K11. Подо мной Гаврюша лазит. Ну, помните этого кота? Жопу рыжу. Ну как, правда, он черный? А шо он, типа, установился? Охренеть, это он так быстро качается? Где дымовые трубы? Типа, все. Парковые часы, паровозочные часы, паровозочные часы, где лестница, что с HTML, короче. Короче, я сейчас войду и все. Охренеть. Скоро мы прекратим поддержку этого браузера. Вы понимаете? Я понимаю, что он древний. Ну ладно. Что-то, ребят, ну мне не кажется, то, что он так должен работать. Но, в принципе, работает, значит, работает. Сейчас еще свойства. Настроим использовать маленькие значки и... При заполнении панели задач. Вот так. И вид. Микрозначки. Все. Теперь, в принципе, я пользуюсь драйвер-паком. На него ссылка будет тоже в описании. Драйвер пак. И вот наш драйвер пак. Мы его скачиваем с официального сайта, но устанавливаем его в режиме эксперта и не устанавливаем Firefox. Я не знаю, почему не написано. А, я понял, это типа древний хром, который ни хрена не понимает, и его типа обновить надо будет. Чё? Да. О! Все заработало. Ну, можем... Короче, если у вас эти дрова не встанут, то заходим в драйвер пак. Я все равно вхожу, потому что... Тут только звук и видео встало. Сейчас все сделаем. В принципе, на вот тут. Да, погружим эксперта. Запуск. Кошмара сейчас должна будет болтать. В смысле?
должен сдохнуть. Не понял. Драйвер пак солюшен. Короче, ты лагануло, ну ладно. Короче, вот так. Перезапускаем компьютер. Вот. А еще вы... Я вам кнопочку верну, чтобы вы меня не считали дауном. Сейчас. Окей, я буду подготавливаться. Ну ладно, давай, пока. Пока. Ладно. А, он типа не... Он не перезагружается, он типа как бы врубается, ну и врубается. Parent. А что за диски? А, я понял, его надо активировать. Короче, ребят, мы установили сюда винду, как вы видите. Кому понравилось это интро, то просто почему бы не поставить Лукас. Подписутас. С вами был я, Геймпрофи. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Всем пока.